Итак, пацанчики, сегодня я вам покажу, как заставить жителя работать на себя. Для начала нужно найти деревню. Я остановился на этой, поэтому буду работать здесь. Эту деревню защищает всего лишь один железный голем. И по моей инструкции, вы должны найти его и вежливо попросить уйти из деревни. Теперь нужно показать, кто тут настоящий альфа-самец, но если у вас не прорезался голос, то пропустите этот пункт. Все слушают меня! Вы теперь работаете на меня, и это не просьба. Кто ослушается, у того носы полетят вверх. Ясно, гаврики? Эй, молодцы, они быстро работают. Эй, а ты чё в стороне стоишь? Значит так, выбирай, вилкой в глаз, либо в пещеру раз. Думаю, намек он понял. Эй, а это что за урод? А, это же я, хотя, вполне неплохо. Эй, я не понял, почему без дела стоим? Нам нужна стена. Хорошие мальчики. Йоу, да это настоящая китайская стена, а жители это монахи Шаолиня, которые работают за рис. Правда, я им вообще не плачу. Но это не важно. Как вы видите, теперь жители работают на меня, и я могу... Стоп, не понял, мне показалось? Ага, что у нас тут? Кто-то спит во время рабочего дня. Стоп, чё за хуйня? О, отлично, мой особняк готов! Я не слышу ваших аплодисментов! О, спасибо, мужик. Ну-ка, давайте эту ленту сюда. Опа, разок чикнуло, готово. Мне так еще в парикмахерской говорят. Серьезно, акула? Я как суперзлодей, что ли? Так, а тут у нас что? Йоу, плоский телевизор в Майнкрафте. Теперь они называют меня босс. Но я не забываю, где я рос. У меня большие планы на завтрашний день. Итак, генерал, вы нашли расположение других жителей. Хорошо, давайте посмотрим на этих додиков. О, окей, я вижу, ты хорошо постарался над этой картой. Так, здесь находимся мы, фиолетовые. Предлагаю начать с желтого парня, думаю, это будет легко, да, генерал? Итак, мужики, готовимся к бою. Вы прямо как 300 спартанцев, только не должны умирать в конце. Вы готовы? Итак, пацаны, я пойду первый. Окей, как дела, соседи? Не переживайте, мы пришли с миром. Ладно, тише, тише, ребят. Итак, покажите мне вашего короля, у меня для него подарки. Приятно познакомиться, сэр. Итак, покажи ему. Окей, это было изи-пизи, давай теперь вот этого цвета арахисового мороженого. Итак, готовьте стволы. По моей команде стреляйте. Я надеюсь, мы говорим про одни и те же стволы. Огонь! Все идет так легко. Давайте теперь жителя цвета солнца. Давайте теперь синего, что ли. Итак, вы готовы? Да, вот так вот. Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов. Не знаю, к чему я это сказал. Осталось три богатыря. У всех носы росли зазря. Итак, вы готовы? Эй, йо, а это громче, чем я думал. Ну что ж, в честной борьбе побеждает сильнейший, но не в честной я.